Их первую встречу назвать романтичной никак нельзя. Юрий Носарев отстаивал вахту в одном из университетских музеев. Светлана зашла, чтобы найти голубоглазого парня, которого видела там накануне. Я посмотрел, вокруг меня никого нет. У нас же там в наряде 4 человека. Нет с голубыми глазами. Я говорю, вот я с серыми подойдет. Ну и завязалась, и в общем, оттуда и пошло и поехало. 2 года ухаживаний, во время которых была и разлука на 9 месяцев, Юрий Носарев уходил на практику в моря, потом скромная свадьба. Первое время новобрачным приходилось непросто, жить было негде, скитались по квартирам родителей. С рождением первого ребенка семья обзавелась и первыми собственными квадратными метрами. Но несмотря на то, что квартира была всего лишь однокомнатной, супруги не жаловались. Мы были как бы воспитаны по-другому, что какие-то были ценности другие, не то, что сейчас. Сейчас все проще. Молодые, знаете, прежде как? Чем не женятся, а живут в гражданском браке. Тоже расхолаживает, наверное, что никто никому ничего им не обязан. Собрался и ушел, и все. Собрать вещи и уйти не раз хотелось и Светлане Носаревой. Признается, что быть женой моряка непросто. Постоянные разлуки брак с одной стороны делают крепче, а с другой часто возникают недопонимания и недомолвки. К тому же при каждой новой встрече после продолжительных рейсов приходилось будто заново узнавать друг друга. Впрочем, главные трудности уже позади. Полвека совместной жизни – не единственный повод для гордости. 2 дочери, 2 внука и внучка – вот главное семейное богатство Носаревых. Хочется пожелать вам крепкого-крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Сохранить те нежные чувства, которые, безусловно, между вами и сейчас витают, это видно невооруженным глазом. 50 лет совместной жизни по современным меркам – настоящий подвиг. Когда Носаревых спрашивают, в чем секрет их семейного счастья, они отвечают, не задумываясь, в умении вовремя замолчать, отойти в сторону и остыть. Сегодня золотая жена и золотой муж с нескрываемым волнением вновь проживают минуты, которые 50 лет назад соединили их узами брака. Поздравить семейную пару во Фрунзенском ЗАГСе Владивостока собрались друзья, родственники и представители администрации города. Марина Абалешева, Игорь Болтов. Новости на 8.